капитан, я, кажись, заболел. Артикарий, тащи пилюльки. Интубирую. И укольчики. Всем привет. В связи с общей мировой обстановкой, я, конечно же, припозднился с трендами, но, тем не менее, хотел поделиться своей наработкой. Хочу представить вашему вниманию респиратор в виде фронтальной части шлема космодесантника по вселенной Warhammer 40 000. Сейчас я быстренько покажу, как его собрать, это ненадолго, и советы по печати. Поехали. Начнем с основной детали, с самой маски. Так как мой принтер не умеет печатать резиноподобными пластиками, то мне пришлось печатать маску из PG. Вообще, маска создана под мое лицо, и если необходимо будет подогнать конкретно под себя, то можно регулировать размер маски масштабированием непосредственно в слайсере. Для уплотнения лицевой части я использовал оконный уплотнитель, так как маска у меня не гнется. Если ее напечатать, например, из флекса, то, соответственно, при натяжении она будет плотнее облегать лицо. Что у нас выступает в роли фильтрующего элемента? Я использовал префильтры от респираторов Unix. Также подойдут префильтры от респираторов типа 3M и тому подобного. Но использовал я не весь фильтр, а вырезал кусочек. Устанавливается все просто. Устанавливаем в паз и закрываем крышечкой. Кстати, префильтр можно заменить на обычный бинт. Складываем несколько раз, подрезаем по размеру и устанавливаем. Фиксация крышки производится винтиками М3 на 8 мм. Данные патрубки можно сделать как клапаны выдоха, а для этого нам понадобится резинка из респираторов типа Алина, либо RPG-67, RU-60 и тому подобное, но их, конечно, проблематично достать. Так что можно также уплотнить крышечку марлей, либо ваткой и закрутить по резьбе. И точно так же с другой стороны. Так, теперь как нам наносить этот респиратор у себя на лице? Используем резиночки, типа резиночки от трусов. Фиксируем все при помощи пряжечек маленьких, идут в архиве. Продеваем резинку через крепежное отверстие. Но предварительно устанавливаем пряжки. Респиратор готов. Всем пока, не болейте. Еще один боец спасен. Люблю свою работу.